Всем зрителям канала Уральская усадьба привет. Сегодня у нас 16 августа 2017 года. Погода начинает портиться. Лето, видимо, закончилось. Сегодня собрали мы теплицу, капля VIP. Шириной 3 метра, длиной 6 метров. По торцам у нас расположены разрезные двери форточки. Поликарбонат мы использовали 4 мм. 0,8 плотность. Также для большей герметичности по торцам установлен резиновый торцевой уплотнитель. Каркас теплицы изготовлен из профильной трубы 20x40. Окраска полимерно-порошковым способом. Светло-серый цвет. Хотелось бы обратить внимание, что все детали приварены друг к другу. Сварка выполнена в круговую. То есть нет места, откуда будет подтекать конденсат. Также в теплицу установлены диагональки укосины. И сама конструкция стоит у нас на бетонном основании. Закреплено с помощью анкеров. В теплице у нас уже растут бобы. Точнее, скажем так, росли бобы, вокруг бобов выросла теплица. Получается у нас теплица на бобах. Каркас данной теплицы очень прочный, очень жесткий, он противостоит всем катаклизмам природным, которые бывают у нас на Урале и в соседних областях. То есть теплицу не давит снегом, тем более ветром и дождем ничего ей не делается. Итак, продолжаем рассказ о теплице капелька VIP, длиной 6 метров, шириной 3 метра. Сейчас послушаем отзыв клиента о данной конструкции. Меня зовут Владислав Владимирович Усольцев. Давно искал очень прочную теплицу. До этого стояла теплица вот там. Хватило ровно на год. После снега ее раздавило. Вот на сайте усадьбы нашел подходящую мне конструкцию. Очень доволен качеством сборки. Сама конструкция нравится. Очень удобные двери, форточки. Всем рекомендую. Спасибо большое вам за отзыв. А мы продолжим. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Всем пока.